Установка SNPC на Epson Workforce WF2630. Возьмите SNPC и поставьте слева от МФУ. Подключите устройство к электросети и включите его. Поднимите блок сканера и нажмите кнопку «ОК». Когда каретка выйдет в положение замены, отключите устройство от электросети, вытащив шнур питания. Установите блок картриджей в каретку. Опускайте блок строго вертикально, не наклоняйте его в стороны. Аккуратно нажмите на картриджи и защелкните каждый фиксатор. Убедитесь, что они хорошо зафиксированы. Прикрепите на корпус устройства удлиненную планку сверху наклонной части панели, отступив от края 3 см. Закрепите чернильный шлейф на планке. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, а затем в крайнее правое. Следите за тем, чтобы шлейф не перекручивался и не мешал ходу каретки. По необходимости измените его длину. Закройте блок сканера. Извлеките маленькие заглушки на резервуаре SNPC. Установите на их место фильтры. Сохраните силиконовые заглушки на случай транспортировки устройства с SNPC. Подключите устройство к электросети и включите его. При появлении сообщения о необходимости замены картриджей, нажмите кнопку «ОК». Когда каретка выйдет в положение замены, зажмите на 3-5 секунд кнопку обнуления чипов. Нажмите кнопку «Пуск» и закройте крышку сканера. Важно! Доноры SNPC должны стоять на одном уровне с устройством, не выше и не ниже. При изменении положения доноров переведите SNPC в транспортировочное положение. Приятной печати!